с Женей в кино. Идем сейчас в кино. Наш вечерний город Усмань. Но мы, я думаю, что потом выйдем и покажем вам подробненько. Кстати, вот 2021, про который я вам говорила. Вечерний городок. А у нас всего 3 светофора. В смысле? Совсем 3? Кто о чем? На весь город 3 светофора. О, пойдем. Ой, смотрите, все уже включено, все горит, но время-то 8 часов, конечно. И мы наконец-то идем на серебряные коньки. Просто у нас они в городе до 17 числа. А в оставшиеся 2 дня я сходить не смогу. Каток начали заливать. О, да, каток расчистили, наверное, зальют. У нас сегодня первый день снега. Нормального снега. Доказываешь, гляньте, какая у нас красота здесь, елочка. Класс. Вот, и сейчас мы идем сюда. Сейчас кофе Женя возьмет. Ну, классно, да? Здесь просто проходят всякие детские, ну, утренники, не утренники, в общем, елочки. И поэтому стоит трон такой. Ну, сейчас не знаю, проходит ли это, раньше проходили. Я сейчас это самое говорю. Печелица. Гуляет, они переболели, да? Так, ребятки, мы вышли из кино. Смотрите, какая красота у нас, все как горит. Ой, ну прям вообще. Пойдем круг сделаем, покажем. Смотри, как сказочно, да? Нет, хорошо. И сегодня погода, снег выпал, глянь как. Ну, вообще класс. Рыб, школа дома. Искусств, как красиво. А мы хоть пойдем по кругу? Вообще. Угу. Ой, прелесть. Кстати, наш ДК ночью. Не видно, да? Видно, почему видно. Красиво. Так, вот вам помедленнее покажу, а то я камерой верчу. Сильно, наверное. Ребятки, мы приехали все-таки в наш городской парк. Решили заснять вам красоту, которая сейчас здесь есть. Наконец-то сейчас ночь, можно сказать, безлюдно, никого нет. Никто нам не будет особо попадаться. Хотя какие-то сейчас толпы, наверное, не ходят. Есть, вон. Нет, ну есть, да. Ну не ночь, конечно, это я уже утрирую немножечко. Время все-таки 10, наверное, 11 час.
Смотрите, как классно. Давайте задержимся ненадолго. Вау. Впереди елочка. Мы сейчас к ней пойдем. Ой, ну хорошо прям. Вот так украсили у нас парк. Обычно здесь тоже висят вот такие гирлянды, но они другие. А это прям новые повесили. Классно, классно, классно. Вау, а здесь что такое? Ну ты спешишь. Надо же все показать, как у нас красиво. Карету вам покажу. Да, да, да. Можем к дереву сходить, к этому замковому. Да, 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 сейчас пойдем. Мы так по кругу и пройдем. Елочка, вот смотрите. Вон наша остановка. Где останавливается трамвай. А, Гурсадовский трамвай. Самый главный транспорт городского парка. Вот видите, у нас тут кормушки висят. Птичек кормят. Хотела сказать белочек, но белочек у нас нет вроде. Люди даже ночью гуляют. А, молодежь. Ну да, молодежь, молодежь. А мы уже давно, пора спать должны. Нам еще рано. Мы тут с кофеечком идем. Я пока морожу руку и снимаю вам интересные кадры. Где снеговик? Вон, рядом с елкой. Ой, ну, а мы сейчас пойдем к нему точно. Какой у нас красивый экспонат впереди. Я так подозреваю, что это наш фонтан замаскировали. Ну да. Ну и все равно. Нет, ну не весело замаскировали. Ну, просто так сделать. Красиво, красиво. Пойдем снеговика посмотрим. Иди сюда. Да? У тебя выбора нет. Сейчас тебе как говорю. Что мы прям с заднего вида подошли. Снеговик ты или кто? Снеговик. Ух ты. Красивый. Красивый. Вот, Женя. Со снеговиком. Елочка хорошенькая тоже на здесь. Так, глядишь, такими темпами я прям в наш город Усмань влюбляться начну. Хороший Усмань. Сарказм, тихо, сарказм, ребята, я пошутила, а Женя уже обрадовался. Тихо, дальше. Спокойно и аккуратно. Ну да. Так, ладно, сейчас до елки дойдем, я кофе попью, потом включусь. Так, все, елочку прошли, я немножечко согрелась кофейком, идем дальше. Мы это, как вороны, на что блестит, то идем. Вот. Вон, видишь, какие-то эти. Я не знаю, что это такое. Я тоже не знаю, что это такое, что за кубики. Это же интересно. Кубики, вон, видишь, какая-то херня веревочная. Ну, это мы отстали от жизни. Ну, нет, ну, мы не отстали, мы просто не видели. Ну, как это, игровая, что-то такое. Утина, скорее всего. Ну, хорошо придумали, ну, молодцы. Ну, да, пока еще не засрали все. Евгений. Будьте любезны, выражайтесь честно. На своем канале. Я честно говорю все. Ну же, красиво, да? Ребятки, ваше мнение в комментариях пишите. Хоккей. Поле хоккейное. Ну, так. Я просто не могу вам не показать. Хоть и ручки уже замерзли, но вот показываю деревья с замочками. Как сейчас у нас оформлены.
Красиво же, правда? Только замков нету и нету. Все там есть. А что есть? Вот все сделали, да? Все хорошо, все да. Приятно. А вот люди почему начинают срать в парках везде? Ни одной урны нету, чтобы куда-то выкинуть стакан или еще что-то. Ладно, я таскаю. Евгений. А некоторые люди вон не дотаскивают и бросают. И также в другом случае. Я думаю, что это упущение будет исправлено. Угу. Тут все-таки у нас все преображается. Ты сам говорил. И вообще, почему это я сейчас защищаю усами, когда это ты обычно делаешь? Потому что. Почему? Без вариантов. Ну вот с открытия уже сколько прошло времени, и все, по сейчас нету урны. Самый ну, такой да. Вот, в первую очередь должна урна стоять, потому что у нас русский человек это свинья. Слушай, ну может быть их еще не закупили, или поставка не пришла, неизвестно. В общем, ребята, следующее включение будет уже с урнами, наверное. Я думаю, что поставят. Ну красиво, классно. Мне нравится в этом году даже лучше, по-моему. Хотя обычно нет. Вот эта паутинка, она прям вот так вот тянулась. Нет, сейчас вот красивее. По всему. Но вот эти вот такие, я не знаю, как они правильно называются, но классно. Шатры такие из гирлянд. Ребята, ну все, я буду заканчивать сегодняшнее видео. Вот такое у нас красивое получилось. Я показала вам город Усмань. Сама немножечко развеялась. Кстати, что-то камера у меня совсем прям тупит. Ну и вам показала. Все, пока. Увидимся в следующем видео.